Основой нашего предыдущего решения была сортировка. Мы упорядочили предметы в порядке убывания их удельной ценности, ну а потом жадно набирали предметы в наш рюкзак. Давайте попробуем обойтись без сортировки. В этом нам поможет двоичная куча. Писать двоичную кучу самостоятельно мы не будем. Вместо этого воспользуемся готовой реализацией из стандартной библиотеки языка Python. Находится она в модуле HeapQueue. Построим кучу на нашем списке пар. В данном случае удельная ценность предмета будет выступать как приоритет. Делается это с помощью функции heapify. Функция работает in place, на месте, то есть модифицирует переданный ей список и ничего не возвращает. Модуль heapQueue реализует minHeap, то есть наверху кучи будет находиться элемент с наименьшим приоритетом, ну или в нашем случае с наименьшей удельной ценностью. Чтобы инвертировать это поведение, добавим минус в первый компонент пары. Сортировка нам больше не нужна. Как будем работать с кучей далее? До тех пор, пока куча не пуста, будем вытаскивать из нее элемент с наибольшей удельной ценностью с помощью функции heapPop. Весь остальной код остается без изменений, ну разве что нам нужно поставить минус перед удельной ценностью, просто потому что в куче она хранится с минусом. Проверим, что на тестовом примере все работает. Действительно, все хорошо. Давайте теперь немного упростим нашу реализацию. Заведем переменную canTake, в которой сохраним количество или объем предмета, который можем взять. Это минимум из количества, которое у нас есть, и оставшейся емкости рюкзака. Далее положим в рюкзак все, что можем взять. Соответствующим образом уменьшим его емкость. Чтобы остановиться, когда емкость рюкзака 0, то есть когда рюкзак набит, нужно добавить в условие capacity. Ну и вместо явного отрицания удельной стоимости будем вычитать из аккумулятора. Проверим, что ничего не сломалось. Ну, пока все еще хорошо.